Привет, ребят, девчат. Надеюсь, у вас все заебись. Пиво, хот-доги и бейсбол. Сейчас у нас играют Mets из Нью-Йорка и Cincinnati, местная команда. 7-7. Ну, может, еще на час, на полтора, может быть, даже на два. Пока здесь ничьи не бывает. Несколько моментов. Игра очень старинная. Люди консервативные сюда приходят. Если вы возьмете бинокль, вы не найдете никакой-то хуеты полосатой, ни ленточек ебучих, никакой другой атрибутики, никаких футболок. Где-то я видел что-то типа, я даже не знаю, типа шнурков какой-то, поебень. Это самый высокооплачиваемый игрок в команде. Джоуи! Никаких коленочек ебаных, никакой другой хуйни вы здесь не увидите. Это не футбол американский, где было, начались такие вещи в прошлом году, да. Но здесь нихера. Консерватизм махровый. И это очень радует. Бато, давай, братан. Он может решить игру, просто сделать хомран. Ого! Может быть, хомран! О! Но не хомран, но все равно. Он уже на второй бейс, вот там вот. А, братан! Заебись! В общем, ребят, бейсбол это фан. Успехов и всего наилучшего. Давай.